Сегодня 18 марта 2014 года. Находимся в город Барнаул, Ползунова 6. Приехали нам там дерево наклонное спиливать. Это у нас храм тут, где лестница. Мы подходим сейчас к воротам. Сейчас гололед еще. Но уже весна близко-близко. Вот скоро сходить все начнет. Вот собачки у нас гуляют. Это иначе он еще их кормит. Вот он стоит. Здравствуйте. Добрый день. Что вы тут снимаете? А мы все снимаем. Все снимаете? Да, все, что с нами связано, мы все снимаем. Это работа для интернета пойдет. Завтра вся вселенная будет. Какие вы альтернативные работы? Что, в интернете не мечтаю, да? Да, там, это средство входит. Это единственный дом в Алтайском крае, который такой. Я когда-то сидел, не один раз, за слово понял. А потом был реабилитирован, устудился, и опять выиграл процесс, рабовали больше. Вот эти вот дома меня погашили. Они мне должны были 11 миллиардов. Я вам дам наш сайт. Видите, вот у меня. Так это все будет. Нету ни крестов, ни пойти на 20 дома. Ну что,
Не прерывай, значит? Нет, не, не прерывай, так, пройди. Ну, знаешь, скажи, кто их послал. Так вот он, начальник. А? Начальник того стоит. Ага. Так, на эти верховцы вы начали? А потом уже на нас распределяли. Они приезжали в да, выдали. Это дерево, теперь нельзя его маленько почувствовать, распилить хотя бы. Распилить. Что-то распилить. Потом вроде вещи можно топором обрубить. Забрать, да? Ну, да. Ну, это я думал, чуть вот эти, которые можно, мы заберем. Ну, понял, рядом. Ветки туда. А ну, вызвать. Такой печка вот в руках стоит. А это там мужчины стоят, они что, обслуживают? Они вот внизу по-моему. Значит, я думаю, убирают. А то уйдешь, сказать насчет дома маленько, поверни сюда. Вот этот дом находится Ползунова 6. Я его получил в 97 году. Когда освободился, это было в 97 году, уходит 10 лет прошло. Но в 92 году был уже реабилитирован как политзаключенный. Поэтому у меня было изъято очень много материалов. Я насчитал самую крупную в мире фонотеку религиозной литературы и стал судителем. Вернули. 11 лет шел в суд, и я его выиграл. Счет был у них тогда 11 миллиардов по тем недоминированным людям. Ну, одну двухсотую часть вырешили, и расплачиваться было нечем. И Бог дал хорошего судебного пристава, исполнителя, женщина. И она пообещала арестовать все счета в городе Барнауле, и учителям никому не будет выдавать зарплату, пока со мной не рассчитаются. Ну, нам негде было молиться, я пошел к мэру города, к Баварину Владимиру Николаевичу. Ну и тогда, теперь он вице-мэр Петров. Он был глава администрации железнодорожного района. Так, начальник Слуцкий был по имуществу. Ну и мы предложили им вместо денег рассчитаться недвижимостью. Вот эти вот 13 соток и два дома. Два дома эти, да, вот потом мы молимся.
то дерево развалилось, оно рядом с дорогой. Ну и пришлось обратиться в администрацию. И вот сегодня приехали убирать. Сегодня 19 марта 2000. Если Господь позволит, значит, благополучно кончится. Главное, чтобы крышу не повредили как-то. Как они тут сумеют ее отхватить. Дело в том, что рядом провода. Как-то они знают, как это сделать. Ну, пока вот так. Я думаю, его на этом прервать один. Отведи. Оттуда снимать. Оттуда. Пройди в эту сторону, чтобы дом было видно. Да я залезу с другой стороны. Для памяти. Какое дерево будет? Нет. Ну мы просили, да? Просили. Они, видимо, за днем и это. Как они, видишь, переплелись. Да, очень опасно. Конечно, ты что? Как упадет, как на крышу, все. Представляешь? Да. Thank you.
На зиму хватит. Huh?
знаешь, сначала мелочь обрубает, а потом остальное. Сейчас надо попросить, чтобы большие перейти на полу. Ooh.
смотри, идет, нет? Смотрите, одна секунда, вторая пошла, третья. Вот мы сегодня здесь на Ползунова 6 в Барнауле. У нас убирали деревья. И вот я снять маленько, там голуби. А как приближать-то? А вот сверху пимпочка, вот это вот. Вот это вот? Да. Вот это сбоку, туда-сюда, да? Да, да, да. А, вон оно что. Ну давай, иди. Вон дрова возит, которые на меня там пилили. Посмотреть, что тут у нас есть. Сейчас еще снегом подкидает. Давай. Там он растаял, а ему, чтобы не по земле, он снегу накидает и на санках увозить-то. Очень быстро тает сейчас. Так, подожди, я пройду маленько, чтобы оттуда было видно тебя как. Ой. Ой. Давай. Вот чтобы санками провозить. Ну давай, все. Это мы здесь находимся на улице. Вот моя собачка лежит. Ну, какая моя, она беспризорная, я кормлю ее. Вот она хорошая какая. Вот, Володя, давай. Я не вижу даже тут солнца. Это улица Ползунова. Вот они уехали, щурки свои эти нам побросали. Ну а мы можем их разобрав взять, наш дом. И эти щурки, это Ползунова 6. Потом распилить еще на более короткие, а Володя мастер колоть дрова, поколет их. Вот он трудится здесь, как мураш. Ну, тут рядом построили какое-то здание. Вот оно. Нам никто не мешает. Ну, а рядом тут, что сказать, тут ящики. Вот он сейчас. А те, которые деревья-то пилили-то, вон они дальше. Они дальше пилят. Там, видно, вызвали зеленхоз. Сейчас уже местами асфальт подтаял, уже много не нагрузишь. Ну, давай. Вот так он возит здесь. Ну а дальше-то видно будет. Ты так быстро, Володя, идешь, что я за тобой даже не успеваю. А ему что успевать-то? Он за собой делает. О, маленько не туда зарулило. А это вот вход в храм. Вот он. Я плохо снимаю, тут что-то не так, так, ну уж, что сделаешь. Я даже не знаю, в экран-то тут входит или не входит он. Это у нас вот эти два здания, это мне дали в счет погашения задолженности, передо мною городской администрации. Вот это все. Горка была.
Вот Володя приехал, привез от ищурки-то. Ну и пошел их разгружать. Это у нас сарай, слава богу, куда кое-что положить есть. Видишь, вот сколько уже он натаскал. Казалось бы, только начал помаленьку. То пойдем туда, там Сергей ждет, какую-то программу надо установить. Утащи подальше туда. Туда между нами. Вот, показать. Вот сколько натаскал. Видишь, за туалетом. Эта зима спросит. На-ка еще маленько. А вот смотрите, вон там здание стоит. А вот дальше я покажу на здании. Вон, видите, какая у них антенна. А пониже вот бутылки висят. Это мои бутылки, я туда лазил. Там трехэтажное здание. И провода натянуты. А в бутылке положены камушки. И это провода идут к нашему дому. И голуби, когда туда улетают, ну никак. А мне охота их погонять, чтобы они летали высоко в небо. Ну и я дергаю за веревочку. Тут вон она есть. Даже да, покажи где, я ее не вижу. Я покажу, как она дернула, она же зашевелится там. Вот, постой. Оттуда покажи, а потом там покажи, как бутылки будут дергать. Видно бутылки, нет? Да. И скажет, ой-ой-ой, мне будет уже совсем 10 июня 75 лет, а я за голубями лажу. Да мало того, на соседнем доме там мешала одна, они туда ездят. Я попросил, зашел у соседей, не помешает, нет, и залез, стрелил, там кое-как удержался. Вот они голуби-то, их видно. Да. Ну и, а теперь насколько... когда голуби-то. А я их дернул, и они опять взлетели. О, пошли. Это у меня скворечники. Вот у нас в саду, когда были у отца, у меня было 123 скворечника. Вот вообразите, 123. Из огнетушителя два скворечника. Прорубает дырку, а стоит с другой стороны. Такие деревянные, она как деревянные, выводят. Валенки, сапоги, чугуны, ведра, чего только не было. Дуплянка. Одна была шестикомнатная, шесть дырок из дупло огромное вот такое, и шесть гнезд. Там разговариваешь и не слышно, как они поют. Ну интересно, вот это. Пойдем сюда. А тут мешает ветер. Вот, смотри-ка. И вот мы. Вот, можем закрыть. Я потом покажу еще здесь немножко в комнате. Можно снять, когда сейчас к Сергею подойдем. Это же не на день, не на два. Человек, когда заводит какое-то хозяйство-то, ему должно быть человеку уютно на земле. Мы не утяжеляем ее. Вот, голуби, они мне... Еще, Игорь даст отходы. Отходы зерна. Это не худо бывает. Тоже полторы-две. Вот мы сейчас придем. Там Сергей будет где-то. И мы сделаем еще один ролик. И к тому прибавим, которые два уже есть. Вот мы сейчас вышли. Сейчас, Игнатий, сейчас, секунду. Еще, пока. Еще, это оно не помешает, я вам пока скажу. И вот у меня голуби на соседний дом-то летают, их надо согнать. Я пойду к соседям, допрошусь, а потом лезу. Да. Быстро. Заходи. Это брат Игорь наш пришел. Да. С миром. Дебунов. С миром, да. Дебунов. Вот. И сегодня... Это, надо еще куда-то поставить это пылесос. Виктор заказал в Потеряевку. Так, еще? Виктор в Потеряевку пылесос заказал. У Виктора заказал это что такое? Пылесос. Пылесос, это ему отдать? Да, он сказал, чтобы он тут у вас был. И его отдать туда, когда кто-то поедет. Я понял, ты сейчас куда идешь? Я поехал домой. Ну ладно.
Ничего не нужен? Потом на занятия. Не, ну все уже. Че. Так, я сейчас спрошу Сергея. Ты можешь на занятия кепку мою принести? Нет, там она на втором этаже у тебя. Тебе черная такая, бейсболка. Хорошо. Ага, посмотри, брат. Да нет. Ну ладно, то мы с Сергеем. Тут у нас составляется такой интересный должен быть ролик, как деревья пилили. Ты видел перед домом? Да, я видел. Ну ладно тогда. Ну все, я понял. Бог, спаси Христа. Славу, с Богом. С Богом, брат. Аллилуйя. Слушаю тебя, брат. Володь, скажи мне камеру, название камеры и номер. Так, выключать или что, Игнатий Ильич? Так мы выключаем тогда? Нет, а? Он говорит, ему сказать надо номер камеры. Ну номер камеры-то потом, нам можно выключать его, чтобы не работал видео. Видеокамеру. Вы мне дайте камеру, мне сейчас нужно название камеры. Ну, записывай себе Panasonic. Сейчас, секунду. Ну его можно выключить нам или нет? Да вы выключайте, она не нужна пока. Все, выключай. Угу. Действительно не нужна.